Здравствуй! Я ждал тебя, братец. Это и есть загробный мир? Ну что, я достоин пройти в рай? Конечно, ты проходишь. Привет, сынок. Отец? Мое время пришло. Куда я попаду? Конечно же, в рай. Прости. Погоди, я знаю, что я совершил много ошибок, и я сожалею о них. Я уверен, ты осознал свои ошибки. Проходи. Что такое? Что происходит? Послушай меня, дитя. Я назначила тебя на это место не просто так. Не следуй своим эмоциям, а поступай как правильно, как справедливо. Прости, отец, я не могу тебя пропустить. Прошу тебя, подумай обо мне. Не делай этого. Нет!